Подводить итоги и время рассказывать о планах на следующий год. Уходящий 2017 год был непростым для коллектива нашего театра, то есть давно не было такого года в плане каких-то сложностей. С другой стороны, это был хороший год, потому что в этом году произошел ряд событий, которые не происходили в течение достаточно долгого времени, и они произошли, и нам есть чем гордиться, и есть что вам рассказать, но и есть, естественно, чем поделиться планами, поэтому делиться с вами планами будет непосредственно руководитель нашего театра, директор, художественный руководитель Елена Владимировна Шрамко, она же режиссер Елена Пушкина. Начну как директор. По финансовым отчетам мы превысили свои планы. Естественно, это говорит о том, что зрительский интерес к нам не только не пропадает, а наоборот еще и, в общем-то, увеличивается. Это первое. Наверное, потому что мы сделали достаточно много за такой короткий промежуток времени. По сути, это сентябрь, октябрь, ноябрь, и еще декабрь не закончился. У нас уже 3, по сути, новых спектакля, хоть они восстановлены. Это «Вий», о котором я говорила, с которым мы съездили в город Киев, который поднял большой резонанс в Украине вообще. Это восстановленные спектакли «Смешанные чувства» с народным актером, артистом Олегом Школьником, заслуженной актрисой Ириной Надеждиной. Получился очень симпатичный спектакль, действительно комедийный, очень интересный. И введена новая актриса Гуляр Полякова в спектакль «Из жизни большого яблока». Она, по сути, со сцены не уходит, и поэтому с ее вводом тоже очень многое в спектакле изменилось. Мы сделали, написали, отрепетировали и уже готовим к премьере новогоднюю сказку. Уже полным ходом репетиции спектакля «Закат». Очень много было хозяйственных дел, таких как ремонт крыши, который тоже отнимает очень много времени и сил. Ремонт сделали в актерской части. Мы очень много сделали, честно говоря, пальцев не хватит. Все работают с таким энтузиазмом и добрым отношением. Они понимают, что они это делают для себя. Многие даже выходили с предложением, давайте сделаем субботник. Но мы, я думаю, это по весне сделаем для того, чтобы уже просто-напросто этот театр, чтобы он был просто вылезнет с иголочки. Следующие наши планы касаются вот этого пространства, где мы сейчас с вами находимся. Театр такой большой, как наш, с таким серьезным коллективом, не имеет права быть без малости. Это мое твердое убеждение. Эти идеи витали в воздухе, они были даже неоднократно высказаны до этого, но на сегодняшний момент от идеи мы перешли к делу. Мы согласовали проект «Малой сцены», который будет находиться на месте, где у нас сейчас находится барная стойка. И 13 января, если все будет хорошо, мы сначала сделаем перевод и ее откроем, а затем уже перейдем к тому, что к открытию «Малой сцены» для зрителей. Здесь готовится несколько интересных проектов, как творческих вечеров, также перенос некоторых наших спектаклей с большой сцены на малую сцену, потому что эти спектакли по большому счету камерные, а также новые постановки. Ну еще плюс нам очень хорошо помогает управление культуры. Большое им за это спасибо Держмайно. Департамент, они тоже очень много нам помогают. И в принципе я очень довольна сотрудничеством с ними. Мне это как раз не хватало, я многих вещей просто не знала. Подсказывают, помогают, строят планы вместе с нами, как этот театр сделать просто самым центральным местом в центре города. В предновогодней новогодней программе что увидит зритель? Зритель увидит замечательную веселую сказку, которая будет интересна для детей и для взрослых, я больше чем уверена, потому что даже сотрудники театра, которые просто сидят в зале, смотрят, я вижу их реакцию, им интересно. Если им интересно, то я думаю, что зрителю тоже будет интересно, потому что мы-то, как сотрудники театра, люди уже избалованы всякими изысками. Но если им нравится, то, наверное, мы попали в то.